Торжественная церемония вручения первых паспортов жителям Ленинского округа, достигшим 14-летнего возраста, уже стала доброй традицией. В очередной раз несколько юношей и девушек получили удостоверение личности гражданина Российской Федерации из рук заместителя главы администрации муниципалитета Татьяны Квасниковой. От имени главы Ленинского городского округа я поздравляю вас с этим замечательным и знаменательным для нас с вами всех днем. Желаю вам, ребята, успехов в учебе. Надо закончить достойно, красиво, с хорошим аттестатом в школу, выбрать профессию и на благо Родины трудиться, создать свою крепкую семью и быть достойным своих родителей и своих предков. Вместе с паспортами молодым людям вручили памятные подарки. Было заметно, что ребята едва сдерживают волнение. Для меня это было вот большим удивлением, что я получил его вот таким вот образом. Да, из рук заместителя главы это для меня было большим удивлением. И, естественно, я этот момент запомню. Просто так он в забвение не уйдет. Чтобы разделить торжественные минуты, с ребятами на церемонию пришли родственники. Для каждой семьи получение первого паспорта ребенком – важная веха. Наши дети должны гордиться тем, что они граждане нашей великой страны. И всем ребятам хочу пожелать новых успехов, новых начинаний, чтобы все у них складывалось так, как они задумали. Завершилась церемония совместной фотографией у стен администрации Ленинского городского округа.